В этом году Кыргызстан председательствует в Содружестве независимых государств. В его рамках 12 и 13 октября в столице проходят важные политические мероприятия. Одно из них – это заседание министров иностранных дел Содружества под председательством Жээнбека Кулубаева. Министры на заседании обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили состояние и перспективы взаимодействия по всем отраслям в формате Содружества. Генсек СНГ Лебедев высоко оценил работу Кыргызстана в рамках председательства. Особо хотел бы отметить действительно результативность всех мероприятий, которые проходят на киргизской земле. Это говорит о хорошей подготовки, о создании хороших условий для того, чтобы эти встречи заканчивались именно результативно. Впереди еще заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ 16-17 ноября. За период председательства Кыргызской Республики в Содружестве независимых государств было проведено 45 мероприятий из 81 заявленного. Остальная часть мероприятий будет проведена до конца декабря этого года. До конца года планируется проведение еще 36 мероприятий, в рамках которых планируется проведение таких важных мероприятий, как заседание Совета глав правительств и Межпарламентской ассамблеи стран Содружества. За текущий год были предприняты конкретные меры по укреплению дальнейшего сотрудничества в рамках СНГ. Жээнбек Кулубаев в своем выступлении отметил, что одним из ключевых достижений СНГ является сохранение доверительных политических отношений с прицелом на дальнейшую интеграцию. Так, по итогам встречи министры подготовили документы для саммита лидеров стран Содружества. По итогам заседания подписано 17 документов, которые будут представлены завтра к рассмотрению на саммите глав государств. Внешнеполитическим ведомством государств-участников СНГ отмечена эффективная работа Кыргызской Республики, председательствующей в текущем году в Содружестве. По итогам достигнутой договоренности о проведении следующего заседания Совета министров иностранных дел СНГ 12 апреля 2024 года в городе Минск, Республика Беларусь. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что акцент сделан на подготовку к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, являющейся важной датой для народов Содружества. Был основным вопросом, прозвучавшим на заседании в расширенном составе, это согласование плана мероприятий по подготовке к празднованию в 2025 году в Содружестве независимых государств 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Этот подробный план также был одобрен министрами иностранных дел и будет предложен на заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет здесь 26 октября этого года. Следующее заседание Совета министров иностранных дел пройдет в городе Минск, Республики Беларусь. Ну а сам саммит лидеров стран СНГ пройдет 13 октября в госрезиденции Аларча. Кыргызстан передаст председательство в Содружестве Российской Федерации. Жээнбек Исакова, Жакшыл Кисаков, ЛТР, Бишкек.